Когда же придет письмо от жены? Ох, где мои 18 лет? Ох, где мои 18 лет? Извините, я на посту. Разрешите доложить? За время моего дежурства никаких происшествий на посту не было. Здравия желаю. Штаба. Всем офицерам приказано пройти инструктаж в медсанчасти. Поторопитесь, вас уже ждут. Привет, майор. Разрешите пройти. Скучно. Сейчас бы на стрельбы. Здравствуйте, товарищ майор. Меня просили ознакомить вас с новыми экземплярами средств первой медицинской помощи. Новые образцы поступили только вчера, поэтому нужно провести инструктаж личного состава. Итак, эта маленькая аптечка поможет вам восстановиться после легких ранений. В комплект входят обезболивающие и бинты для перевязки. Большая аптечка – лучший способ восстановить здоровье и потраченные силы. В комплект входят стимуляторы, транквилизаторы, а также все необходимое для перевязки. Помогает выжить даже при самых тяжелых ранениях. Надеюсь, вам все понятно. Кстати, вас просили заглянуть на склад экипировки. Не забудьте об этом. Ставила вчера прививку солдату, а он, как увидел шприц, свалился в обморок. Здравия желаю. Прапорщик Сомов послал меня за вами. Он ждет вас на складе. Сегодня завезли новую экипировку. Вам нужно ее осмотреть. Я провожу вас до склада. Как меня все это задолбало. Сегодня в столовой опять была каша. Сорок. Нет, 50 отжиманий. Это вам армия, а не курорт. Я покажу вам, бездельники, как шланговать. А ты, рядовой Соколовский, пойдешь у меня завтра в наряд. Заходи, майор. Сегодня нам завезли кучу новой экипировки. Пора разобраться, что к чему. Примерь этот бронежилет. Это новейшая модификация. Облегченный вес и повышенная прочность защитных пластин. Вещь. Этот шлем мы давно заказывали, но пришли они только сегодня. Используя щиток, ты можешь защитить лицо от пуль. Классная штука, особенно если тебе дорога твоя голова. Забирай и пользуйся. Кстати, сейчас в подвале идут занятия по химзащите. Прежде чем уйти, сходи вниз и обязательно выбери для себя противогаз.
Ну что, дурья твоя башка, опять забыл, что писать? Солдат должен знать все свойства поражающих газов на зубок. Если сейчас же не напишешь мне формулу, будешь в этом противогазе до дембеля куковать. А, майор, здравствуй. Ты, наверное, за противогазом. Посмотри там на столике. Можешь забрать любой, какой тебе больше понравится. Мне нельзя покидать пост. Ну что стоишь, солдат? Уходишь, майор? Ладно. Здравия желаю. Ну что там? Ненавижу противогазы. Короче, завалить его. Твою мать! Какая сволочь здесь навалила кучу! Сейчас бы сигаретку закурить. Майор, где тебя носит? Наши ребята уже почти все отстрелялись. Спускайся в подвал, дежурный откроет тебе оружейную. Ты сможешь выбрать себе ствол. Действуй. Знаю, желаю. Давненько вы к нам не заходили. Третья оружейная комната открыта. Ваше оружие и боеприпасы там.
Дайте ваше оружие, товарищ майор.